Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на канале ЗАП ТВ. Спонсоры показа – магазины «Интимиссими» и «Кальцедония». Мое идеальное нижнее белье – «Интимиссими». «Интимиссими» – роскошное нижнее белье для женщин и мужчин. Пожалуй, лучший подарок в наше время. 28 апреля считается днем рождения службы скорой медицинской помощи в России. Во вторник будет облачно с прояснениями, ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Ночью температура воздуха составит 1 градус мороза, днем будет плюс 16. Я хочу поздравить всех медицинских работников с их профессиональным праздником. Они каждый день спасают сотни жизней людей. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. Кальцедония и ее уникальный ассортимент. Колготы из кашемира, купальники, леггинсы, мужская и детская коллекция носков и даже для самых маленьких модниц шикарные колготки и леггинсы. Итальянские бренды. Магазин «Кальцедония». Торговый центр «Макси».